Россия и ее оборонно-промышленный комплекс в состоянии и по финансовым соображениям, и по технологическому уровню осуществить так называемое импортозамещение. Это потребует от нас дополнительных денег и времени. Сколько потребуется времени? Ну, по разным видам продукции от 1,5 до 2,5 лет. Что такое импортозамещение? По сути, это развитие высокотехнологичных производств в своей собственной стране. Вот что это такое. Мы так или иначе все равно должны этим заниматься, должны были бы это делать. Но сейчас будем делать просто с ускоренной силой и с двойным эффектом. Отечественная продукция должна быть конкурентоспособна, как по цене, так и по качеству.